неплохая есть. И вот хотя бы по сегодняшней встрече мы видим, что на точках он очень хорош. Передача в край. Обратный пас. Здорово. Ну, классно все разыграно. Когда классно, тогда классно. Два касания. Шайба доставляется. И Билли Томас делает счет 3-1. Тоже второй гол. Вот третий надо на очко. И забил. Смотрите, собственная зона. Да, полушает край. Отскок от лицевого борта. С неудобной на Седлочика Билли Томаса отправляет. Ну и вот, кстати, Мэтт Андерс. Он очень